Здравствуйте, меня зовут Ирина Шайдова, и сегодня я хочу вам показать украшения для Юлии. Эти украшения сегодня отправятся на почту, отправятся к заказчице, но обязательно хочу вам показать их, потому что, во-первых, вот этот вот кулон и колье с кулоном бабочки я даже не показала, не презентовала его в полной красе. А мне кажется, что оно заслуживает того. Я его выставила в Инстаграм, и его сразу купили. Вот хочу показать вам. Такие кулоны я делаю часто. Мне нравится эта форма. Она и мне вот очень идет. Я обязательно себе сделаю. Кстати, вот этот, когда я делала кулон, я почему-то думала, что, наверное, его оставлю себе. Но знаете, как бывает, если человек хочет купить, я всегда за то, чтобы человек купил, а я сделаю себе еще. Вот. Что в этом кулоне? Во-первых, вот такая бабочка. В зелено-болотных золотых тонах. С драгоценным бисером японским тоха. Красиво, мне кажется, сочетается вот этот вот кристаллик такого какого-то, даже не знаю, желтого и вместе с тем дымчатого цвета. Вот. Ну и, конечно же, подвеска тигровый глаз, который я оплела вот так шапочкой, чтобы она у меня как-то связалась с этой бабочкой, подружилась. И в колье я использовала вот такие вот бусины тигрового глаза. Это бусины 6 миллиметров. Они идут вот на затылочной части колье. И вмешаны они вот здесь в композицию, которая ближе к кулону идет. Здесь металлические бусины, черные рандели для контраста я поставила. И также у меня были такие зеленые, неоднородные, очень красивые стеклянные бусины. Очень красивые они. Они с такими прожилками внутри. Они похожи на натуральный камень, но это стекло. Вот, золотая фурнитура использована, вот этот вот дуга, это металлическая, внутри она заполнена стеклянными перламутровыми бусинами шоколадного цвета, чтобы не проглядывали вот эти отверстия, пустоты. Разделители тоже под золото, удлинительная цепочка имеется. Тут все красиво и надежно закрывается. Вот, и вот такой вот красивый, шикарный кулон, мне кажется, очень красивой расцветки получился, с тигровым глазом. Сейчас, забегая вперед, вот еще хочу вам показать по-быстрому, мельком, потому что мне кажется, что надо для этого отдельную такую передачу снять. Вот, сейчас покажу вам. У меня есть вот такой материал. Это аметисты. Вот что у меня есть из аметистов. У меня есть браслет аметистовый. Здесь есть и посветлее вот такие бусины, и потемнее, понасыщеннее, да, разные. Вот можно как-то выбрать отсюда то, что надо тебе. У меня есть шикарные бусины аметиста. Они очень красивые. Во-первых, они насыщенные, да, фиолетовые. Аметист же тоже может быть разного качества. Но вот, вот этот вот хорошего качества такого, но вот насыщенный фиолетовый аметист, я думаю, что 10 или 12 тут диаметр бусины, то есть не маленький диаметр. Вот так вот он стучит, друг об друга бусинки стучат. Приятно его перебирать в руке. Прохладный и красивый.
И вместе с этим аметистом у меня еще есть подвески. Вот такие подвески, как я подвешивала на бабочку. Тигровый глаз у меня висит. Видите, одна такая более прозрачная. Но одно и другое это тоже аметист. А вторая потемнее. И еще одна подвеска. Это вот такого плана. Там уже друза проглядывает. Нежно-фиолетового цвета. И я вот опять хочу весь этот материал как-то сочетать. Вот, возможно, наверное, я сделаю еще одну бабочку, но тут материала не на одну бабочку, можно и две бабочки сделать, но одну точно сделаю, а дальше буду думать, что еще мне сделать. И получится очень красиво, то есть у меня была бабочка с розовым кварцем, была бабочка с тигровым глазом. Теперь хочу сделать бабочку с аметистом. Это не первые мои планы. У меня сейчас есть другие первостоящие планы. Я снимаю мастер-класс «Брошь собачка», вернее, его уже монтирую. И поэтому пока я занята именно этим. Но в планах вот это у меня есть. И мне кажется, что это хорошая мысль. Если выдумана уже форма, ее можно все время теперь совершенствовать, улучшать как-то. Да? Но использовать с разными натуральными камнями. Очень красиво получается. Мне нравится. И у меня они все проданы. Все, что я выставляла, такие бабочки, все сразу захотели купить. Вот заказ для Юлии. Также я вот такую коробочку ей положу. Эту бабочку. Хорошо, что видите, коробочка, она внутри такого шоколадного цвета. Вот. И по размеру, конечно, мне хотелось бы, чтобы она была вот это расстояние поменьше. Но я тогда и брошь, которую Юля выбрала, вот так вот она входит. Естественно, я все запакую очень аккуратно. В пленку оберну скотчем. Но, то есть это я сделаю так, чтобы это ничего не повредилось, когда пойдет к своей хозяйке. Вот, ну и коробочку такую, она очень хорошая по качеству, из хорошего картона сделана, она ровная совершенно, не кособочит нигде. И такую коробочку можно использовать в каких-то хозяйственных нуждах для чего-то. Вот, всегда пригодится. И вот эту брошь, которую вторую Юлия заказала, я поставлю просто вот сюда внутрь. И закрою, все сходится. Вот. Ну и какую брошь заказала Юля? Это брошь Виола. Это брошь Виола. Вот у меня остались, к сожалению, только вот такие вот коробочки Прованс, которые мне не очень нравятся, которые, на мой взгляд, простят украшения. Больше я такие коробочки заказывать не буду. Или однотонные должны быть, или хотя бы вот с такими вот какими-то расцветками, более геометричными рисунками, более геометрическими. Вот, мне кажется, что... Но лично для моих украшений это более приемлемо. Но я все больше склоняюсь к мысли, что я хочу сделать индивидуальную упаковку. Такую, какую бы видела я. Чтобы это был один стиль, но вот обязательно тисненный логотип. Вот, ну и разных размеров. Сейчас я ищу не активно, но как бы я, так как я уже об этом думаю, естественно, я просматриваю варианты.
где можно заказать. Но когда буду заказывать, я обязательно поеду, посмотрю, пощупаю, потому что я по интернету не могу заказать. Это будет не дешевый заказ, дорогостоящий. И, конечно, это лучше все проконтролировать на месте, договориться, чтобы не ошибиться в чем-то. Так, ну и про брошь для Юлии. Она заказала вот такую брошь, брошь Виола. Такие броши я делаю. Плюс у меня на канале есть мастер-класс брошь Мак. На подобную брошь только там красные беконусы. Но так как этот мастер-класс был снят давно, а редко кто смотрит видео, которые были сняты давно, хотя на моем канале там просто кладезь информации, очень много мастер-классов, очень много распаковок с материалами, которые я уже вряд ли буду, наверное, второй раз заказывать, да? Но вот, а там есть и показано, поэтому обязательно смотрите видео, которые были записаны ранее. Вот, и брошь Мак мы там делали, но так как не смотрят, да, люди, я еще раз сделала мастер-класс вот на такую брошь Виола, который выставлю в ближайшее время. Красивая брошь. Я оформила задник таким насыщенно синим цветом. Мне кажется, так интереснее. Брошь сверкает и переливается. Переливается она, ну, здесь фотобокс, понятно, что она переливается, но она переливается и на солнышке еще больше, чем при, ну, фотобоксе. И при простом освещении дневном она играет вот этими гранями беконусов. Количество беконусов здесь, конечно, не маленькое, достаточно много сюда уходит беконусов. Я когда буду делать мастер-класс, я скажу вам, где я беру беконусы, чтобы цена была более-менее приемлемая, где выгоднее, на мой взгляд, их купить. Вот, и смотрите, я когда записывала мастер-класс, удобнее записывать на двух, делаешь две параллельно броши. И объяснять так удобнее и нагляднее так. Ну и для себя, если что-то не получилось на одной, можно это повторить на второй. И вот смотрите, я сделала еще одну брошь, вот такую. Она практически такая же, хотя никогда не получается один в один. Вот, она немножко другая, но не в этом дело. Вы видите, здесь есть листочки. Сейчас я вот эту вот уберу, это Юлина. А про эту вам немножко расскажу. Здесь листочки, и они, видите, они сделаны отдельно. Их можно отогнуть, подогнуть в любую сторону. Видите, закрыть этот, вот сюда, но вот так. В общем, как вам надо, их можно смоделировать. Причем вот это вот моделирование, оно очень надежное. Ничего не оторвется, не поломается и не перетрется. В мастер-классе я этого не делала. Я делала просто цветочек. Это просто сегодня я, когда уже перед тем, как обшить, но вот что-то думаю, надо попробовать, как это получится. И мне вот очень понравилось, как получилось. И мало того, мои вот эти лепесточки, они из, как называется, материал из велюра, но вот и обшиты тоже бусинами, бисером. Видите, как красиво. Имейте в виду, что еще можно сделать и вот так. Мастер-класс я поставлю в ближайшее время. Покажу вам, как это сделать. Это несложная брошь. Сделать может всякий при наличии материала. Нужны беконусы, потому что именно беконусы так сверкают и переливаются. Не другие бусины будут иметь другой эффект. Но вот, возможно, не хуже, но другой. И когда я там вышивала потом край, я немножечко опять разговорилась и стихи почитала. Для тех, кто любит именно такие видео, будет
последняя часть именно такой, где я там немножко рассказала о себе и почитала какие-то стихи. Вот такие два украшения поедут к Юле. Обязательно я положу туда визиточку свою. А сейчас пойду на почту отправлять этот заказ. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Всем всего доброго.